А вот двое патрульных из того же Днепра могут получить по 8 лет тюрьмы. Они нашли кабель, который кто-то украл на заводе медоборудования, но вместо того, чтобы передать его следователям, находку продали. Заработали на этом 380 тысяч гривен. Областная прокуратура сообщает, что обоим объявили о подозрении. Командир роты арестован, а вот инспектор успел уволиться и сбежать. И вот сейчас его разыскивают.